Всех приветствую, друзья. Сегодня я тестирую игру God of War, Бог войны, на своем ПК. Недавно я перешел с семерки на десятку, и многие игры теперь у меня стало поплавнее тянуть, пободрее, получше, так сказать. Ну и вот, то есть, как у меня тянет вот эту тяжеленькую игрушку. В принципе, неплохо. Железо у меня следующее, 8-ядерный проц, FX 8300, видюшка GTX 1050 Ti, оперативы 16 гигабайт. Ну вот, слева вы можете посмотреть все мои нагрузки на эти железки, какие температуры у меня, ну то есть вот. В левом верхнем углу также показывается счетчик FPS. Ну, в принципе, играть очень даже ничего. Нормально. В районе 30-ки, в принципе, держится в этой игре, и играть можно. Давайте немножко вот побегаем. Нормально тянет эту игру, неплохо. Ну вот у меня FPS немножко опускается, но на доли вообще процентов. Совсем чуть-чуть. На 1-2 кадра опускается при спецэффектах. Ну а так нормально. Также я могу вывести сравнение от и до, как было на семерке и как стало на десятке. Можете сами посмотреть. На счетчик кадров, на мои нагрузки. Не знаю, ну, вообще, в общем, на картинку. Где плавнее, на десятке или на семерке. То есть, сами можете посмотреть вот сейчас. Чисто как сравнение показываю. Но мне кажется, все-таки на десятке прибавился FPS. Ну, он, в принципе, и так прибавился, да. И как-то все-таки побыстрее, что ли, она стала работать. Поплавнее. Ну, то есть, с переходом на десятку в каждой игре стали свои плюсы. То есть, стало более комфортно играть. Все-таки какой-то в этом есть смысл переходить на десятку. Но я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Сегодня я делал тест вот такой вот игрушки. На винде 10. На которую я, кстати, недавно перешел. И очень даже не зря. Давайте, всем пока.